Итак, приветствую, Роза Ветров. Думаю, что никакие ветры не способны разлучить этот квеновский коллектив. Слов в названии, который больше, чем людей в команде. Итак, сборная малых народов, Москва. Поскольку выиграть приветствие вдвоем достаточно сложно, сборная малых народов решила показать танцевальный конкурс. Танцевалка. Че, реально танцевальный конкурс? Я тебе говорю, танцевали. И че делать? Николай, а вы хорошо ведете? Хорошо ведет Александр Александрович. Я отлично веду. И что, так и танцевать все 5 минут? Нет, зачем? Ведь в танцевальном конкурсе есть одна примета. Стоит на сцене появиться тонкому вертикально стоящему предмету, как тут же включается именно эта музыка. Ренат, что за детский сад, я прям не знаю. Ренат, забери это. Коля, уберем это отсюда. Ну что ж, и продолжая танцевальный конкурс. Сразу видно, профессионал. Зажигайте, поди, с треногой-то. А у нас были веские причины играть именно танцевальный конкурс. Потому что у нас пол команды танцует лучше всех. Давай, Колян. Ты что, с ума сошел? Это сейчас модно. Поехали! 1, 2, 3, go! Колян танцует лучше всех. Давай, танцуй, Колян. Колян ждет большой успех. Давай, давай, Колян. Ему реклама не нужна. Давай, давай, танцуй, Колян. Колян знает вся страна. Супер, Колечка! А сложно научиться так хорошо танцевать? Нет! Главное не комплексовать, как многие девчонки. Девушки, помните, ноги кривые не портят фигуру. Если вы лысая, злая и дура. Вот и подошел к концу танцевальный конкурс. И мы переходим к стему. Ведь по правилам стема на сцене должно быть не более 3 человек. Вот видите, Александр Александрович, только наша команда сливается с вами в единый творческий коллектив. Поэтому из всех играющих сегодня команд мы единственные уже в финале. Пускай и частично. Ну, а раз мы в финале, то можем делать, что захотим. Иди сюда, Ренат, я тебя научу своему любимому танцевальному па. Ты мне доверяешь? Да. Вернись. Подними руки. Закрой глаза. Ты мне доверяешь? Что такое, Коль? Доверяешь? Да. Падай. Ты знаешь, Коля, мне кажется, в последнее время что-то происходит в нашей команде. Да. Мы перестали понимать друг друга. Я чувствую, что мы отдалились, и я раздражаю тебя. И поэтому выход только один. Пошел вон из команды. Ползи отсюда давай. Хорошо, я уйду.
tombe la neige. Il ne viendra pas ce soir. Постой, Коля! Я хочу, чтобы у тебя что-нибудь осталось на память обо мне. Закрой глаза. Ты что, дурак, что ли? Ты посмотри на себя, жиртрез! Ты же похож на кусок маргарина, с тобой невозможно общаться. Представьте, вы открываете холодильник, там кусок маргарина, вы пытаетесь ему что-то объяснить, он не понимает вас. Он такой же тупой, как и ты. Что-то я не понял, Коленька. Что это сейчас началось? Ренат, что началось-то? Александр Александрович, помогайте мне в этой борьбе человечества с холестерином. Все, ты труп, я убью тебя. Саша, мы же с вами в одном стэме играли. Саша, я же вам картриджи Дэнди давал, когда их еще в Москве не было. Все, ты труп, ты труп. Коля, тебе не кажется, что в КВН стало слишком много насилия? Слушай, да прям тенденция какая-то, а? Все, ты труп! Я убью тебя! Тяжко мне! О, теперь тебе тяжко. Ну что, мир? Мир! Ведь мы играем в КВН для вас. Слушайте, все время забываю, как вас зовут. А, Иван Иванович. Ты что, совсем дурак? Ты даже финальную фразу выучить не можешь. Ты бездарность. Пошел вон из команды. Tombe la neige. Коля, оставайся. Вот видишь? Господь не хочет, чтобы я уходил. А закончить танцевальный конкурс мы бы хотели зажигательным финальным танцем. Yes, I'm not bothered. I live my life just like my father's doing.